хоста альбо пикта. Травянистое среднерослое растение хоста альбо пикта является популярным видом декоративной культуры и предназначается для покрытия тенистых участков сада или дачи. Благодаря эффектному контрастному сочетанию экзотических зеленых листьев и скромных соцветий, растение пользуется значительной популярностью среди опытных и начинающих цветоводов. История. Хоста Fortuna Albo Picta во всех ботанических справочниках имеет латинское название «Hosta Fortuna Albo Picta». Растение стало известным в Европе в XIX веке и носит имя знаменитого австрийского ботаника Хоста Николауса, занимавшегося изучением этого цветка. Второе название «Hosta Funke», данное в честь известного немецкого ботаника Генриха Функа. До сих пор неизвестно, кто первоначально описал это растение. Поначалу Hosta Fortuna Albo Picta произрастала только в ботанических садах, через несколько лет пополнила частные коллекции селекционеров. В настоящее время появляются все новые сорта этого очень декоративного растения. Растение относится к семейству спаржевых, хотя раньше его включали в семейство лилейных. Hosta Albo Picta. Характеристики растения. Ботаническое описание Hosta Albo Picta – травянистое декоративное растение, высотой от 40 до 70 см, в ширину разрастается до 60-80 см в восточной долготриаметре. Глянцевые листья слегка волнистой формы, первоначально окрашены в желто-зеленый оттенок с более темной окантовкой по краям. К концу лета цвет окраски становится более однородным и меняется на тускло-зеленый. Цветы в виде колокольчиков, собранные в бледно-фиолетовые соцветия, располагаются на высоких цветоножках, высотой от 60 до 70 см. Цветение начинается в июле и продолжается до конца лета. Это неприхотливое и теневыносливое растение, способное расти как на солнечных участках, так и в тени. Цветок Hosta Fortuna Albo Picta стал популярным, благодаря пышным куртинам зеленой листвы, способным стать настоящей жемчужиной любой ландшафтной композиции. Растение относится к многолетним культурам и обладает следующими характеристиками: неприхотливое морозоустойчивое растение. Растение не требовательно к освещенности. Хосту можно выращивать в любом месте сада, но на полутенистых участках растение достигает максимальной декоративности. Разное количество света по-разному влияет на цветовую интенсивность окраса листвяного покрова. Например, в затененных местах листья приобретают насыщенный желтый оттенок, на более солнечных – более светлый тон. После цветения на месте соцветия образуются семенные коробочки, заполненные множеством семян плоской формы черных оттенков. Цветок быстро растет и достигает максимальной декоративности через несколько лет после того, как образуется огромная шапка пышной листвы, и интенсивность цветовых оттенков листьев станет максимальной. Hosta Albo Picta – посадка и уход. Успешное выращивание Hosta Fortuna Albo Picta зависит от создания необходимых условий произрастания, подбор почвы. Растение не требует каких-то особых почвенных составов, однако предпочитает легкие суглинки с большим количеством гумуса с достаточной влажностью. Если участок сырой или болотистый, то он считается непригодным для выращивания хосты. Скудные почвы улучшают добавлением перегноя, песка и минеральных удобрений. Песчаные почвы замедляют рост растений, хотя положительно влияют на интенсивность цвета листьев. Полив. Для растения важен своевременный и достаточный полив, особенно в засушливое лето. Рекомендуется поливать хосту под самый кустик, стараясь не попадать на листья. Если у растения потемнели кончики листьев, то это служит сигналом нехватки воды. Посадочный материал растения хоста можно купить в специализированных садовых магазинах или в интернет-магазинах. Высадку саженцев производят в следующем порядке: вначале формируют посадочные лунки глубиной от 20 до 25 см. Ввиду того, что корни образуют поверхностную систему и разрастаются вширь, посадочная ямка должна быть просторной и глубокой. Лунку заполняют плодородной земляной смесью с добавлением минеральных удобрений, аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия, взятых в равной пропорции. Если почва глинистая и возможно застаивание воды, то для решения этой проблемы необходимо уложить на дно посадочной ямки дренажный слой из старого разбитого кирпича или щебня. Растения высаживают таким образом, чтобы вокруг корневой шейки не было пустот. Саженец мульчирует слоем листьев или торфа, такая органическая мульча хорошо защищает корни растения от испарения живительной влаги.
и служит дополнительной подпиткой полезными микроэлементами. Хоста альбупикта пересадку растения производят в конце весны, когда появятся из земли острые кончики зеленых побегов, или в начале осени. Если потребуется летняя пересадка взрослого куста, то лучше пересадить растение вместе с земляным комом. Уход за растением мало чем отличается от стандартных правил: своевременная прополка, полив и подкормки – вот главные составляющие успешного выращивания растения. Хоста Fortuna albopicta растет очень медленно, первые два года растение еще мало похоже на оригинальный сорт, листья не имеют специфического окраса, характерного для взрослого растения. Только на третий год после высадки формируется сортовая фактура и окраска листьев, и растение принимает стандартный сортовый вид. Преимущества и недостатки сорта. Разновидности Хосты насчитывают более 70 сортов. Из всего этого многообразия Хоста альбопикта выделяется удачным сочетанием декоративности и неприхотливости. Основные преимущества растения – возможность высадки в тенистой низменной местности садового или дачного участка. Хорошая сочетаемость с любыми видами лиственных и хвойных культур. Изменение первоначальной окраски листьев на однотонный зеленый цвет к концу цветения. Если сравнивать Хосту Fortuna с другими сортами, то следует отметить следующие недостатки: однотонное цветение в виде лавандовых колокольчиков. Средняя высота растения. Роскошная куртина взрослой Хосты альбопикты станет настоящим украшением любого цветника и может превратить даже скромный садовый участок в сад мечты.